цікаво почути. І я буду першим, скористуюся тим, що поки що мої колеги думають. Ну, насправді, я певен, що однозначно відповіді на це питання немає, тому що якщо, ну, залежить, наскільки нішовий він буде, наскільки це велика ніша, і який канальне обмеження. Якщо ви живете в невеличкому місті на 4 тисячі людей, я не знаю, що ви зможете продати там через інтернет. Якщо інтернет, напевно, навіть там усіх є. Тому моя особиста позиція – треба дивитися з кожного конкретного випадку. Наприклад, якщо це регіональне обмеження, але там великий асортимент, ну, наприклад, там продовольчі товари, то чому не буде мати успіх такий проєкт? Звісно, буде мати успіх. Там будуть продавати гастрономію, якусь чи товари, котрі там довго зберігаються, там гречку привозити на замовлення. Там гречку, крупу, всякі макарони, окей, це спрацює. Якщо ви будете привозити лише гречку по всій Україні, то кому воно нафіг треба? Ну, це з однієї точки зору. З іншої точки зору, якщо там ці двірники на вікна, ну, якщо ви найкраще в Україні, там, знаєтесь на двірниках, то будете купувати у вас. В чому проблема? Ну, з українською поштою є проблема, а якщо всі це інтернет-магазинами я, тобто, якщо в мене пошта щось загубить, мені там надішлють руки безкоштовно, ну, значить, кльово. Буду замовляти у них, нехай везуть з іншого міста. Це десь так. Коли ще не коректний вопрос, слідуючий. Ні, почему? Я прокоментирую. Мені кажется, вот. Що якщо це місто невелике, то навряд люди продукти купувати через інтернет. Ну, конкретно Львів, так, як буде, спрощує. Скільки жителів? Прошу, скільки жителів перебували? Ви 800 тисяч. Можна фразу замечання. Всі знають вже, що веники є, вони доставляють проєкт, так служба в поспіху. Що це значить для вас, наприклад, магазинів Львова? Чому вопрос не коректує? Це значить, що у вас вже є доставка. По Київ, Дніпропетровську, Одеску, Одесі, Харкові, Донецьку, Київської області і Харківської області. Як можна при наличі інтернету сказати, що це регіональне, все. Єска доставка, яка доставляє розетку, конвей, Oriflame і телемедію. Ну, все. Нет никакого регіону. Ну, просто питання не дуже коректне. Питання довіри до локального бренду відкидає на зеленого. Це їда, це те, що покупається тут, місцевий міст, а все остальное – парфюми. Київ, йомний Київ. Ось треба презентувати Дніпропетровський, вираз з Дніпра, перерос Дніпро. І все, і ми відкрили з Києва. Ну що тебе, там більше людей не буде. На рахунок краще першим селінням, це в Києві, дощу діва. Якщо там більше заказів, це в Києві. Ну, то там собирати. Всяка бутука приїхала, ми собрали. Друзі. Все. Ви ж не в Росії. Та в Росії, знаєте, РЦ на тисячі кілометрів. А здесь все просто. Ну, во-первых, меняется рынок, не то, что мы видим по своим интернет-магазинам. Люди из других городов без проблем начинают больше и больше заказывать из Киева. То есть этот барьер, связанный с оплатой, связанный с доверием, он исчезает. И наверняка дальше это будет только усиливаться. И чем дальше, тем проще будет заказывать. В принципе, пофигу откуда, главное, что из интернета, и вам доставят в ваш город, а может быть прямо к вам на работу в вашем городе или там домой. Но то, о чем я хотел сказать, то есть не это главное, а вот, ну, намного кайфовее заниматься чем-то, что является большим все-таки, или потенциально может быть большим, а не ограничено 800 тысячами людей, к примеру, которые вы гарантированно никогда не покроете. Ни один магазин во Львове не покроет там, всех львовян, и один магазин хороший, нишевый интернет-магазин из Львова без проблем покроет несколько миллионов украинцев, ну, если это, естественно, хорошая идея товара. Мне кажется, так. То есть я бы никогда в жизни не променял свой интернет-магазин Дворники UA или Ray-Ban UA на что-то, на очень-очень прибыльный киоск там, на окраине Киева, Львова, Петровска или Донецка. То есть кайфа больше. Вот, поэтому, мне кажется, нужно делать то, в чем кайфа больше. Ну, ще одна невеличка ремарка, що якщо починати, то точно не завойовуємо всієї України. Починайте локально. Ніхто вам не забороняє потім там бути на іншій області, регіони, там, і навіть країни. Але для початку, ну, станьте героями на своїй вулиці. Тобто ідеально це нішевий локальний регіон? Ну, це не ідеально. Це найдешевший вже варіант для того, щоб спочатку. Можна я ще скажу? Інтернет... Інтернет – це регіон, так? І є теж у нас...
Львова, вони процентів там 90 ходять і покупають спокійно. Покупають, не клікають, вони переходять на сайти других магазинів із других регіонів. Це і Київ, і інші регіони. Тобто люди, вони вже не бояться покупати. Є там також нова площа, коли ти прийшов, посмотрел этот товар, заплатив деньги і забрав його. Тобто нет уже такої вот преграды, що це далеко, це другой регіон. Країна маленька, це ставить там тебе на следующий день, ти забереш. Тут действительно, вот я согласна с Максимом, продавать то, что тебе нравится, то в чем ты себя видишь там и сможешь делать какой-то бизнес из этого. Лучше все-таки так, что не видишь совсем лучше причин. На нашем примере, вот фильм, когда ты можешь сделать. На момент, что доставка была только по Киеву. Вся остальная Украина, смотрите, как сладко, сейчас все зарплаты, платила вперед. Вся Украина платила вперед. А знаете, что до сих пор нам платят? Ну, проблема простая. Если мы сейчас всей Украине начнем окружать наложенным платежом, мы начнем рваться по складам. Ну, наверное, мы хорошие ниши, да? Поэтому мы благодаря Постману куда-то приходим, а там не Укрпочта, которые деньги месяцами живут, да, там. Там, ну, много почта быстрее, но тоже не быстро. Вся остальная Украина, кроме тех городов, что я перечислил вопросом, нам платят до сих пор вперед. Наверное, потому что мы хорошие. Ну, но, с другой стороны, мы точно понимаем, что как только у нас появится финансовый жирок, то есть там 100-200 тысяч гривен в дебиторку. Ну, розница, но дебиторка, деньги в пути от клиента, а еще не и товара нет, и денег нет. Ну, мы тогда это сделаем, но все равно не платят, потому что мы отдаем тут. Все равно, будучи в своей нише лучшим, можно эту нишу успешно оборонять. А широкого профиля, ну, ее просто ценой могут. Нишу оборонять легче. Друзья, у меня тогда вопрос вот вам. Мы об этом очень много думаем, мы очень много спорим с друзьями. Что лучше, некий интернет-супермаркет или ниша интернет-магазин? В очень далекой перспективе и в разговорах о чистой прибыли и о счастье, наверное, все-таки создателей магазина. Как вы думаете? Потому что у меня, конечно же, мнение есть по этому поводу. Очень далекая, самая скидка. Ну, скажем, 2012. Не выживет ни тот, ни тот раз. Второе, нишевый точно можно будет перетрансформировать, опять же, в нашем любимом примере. В продажу скачиваемого контента, да, книг, в продажу тренингов, а мы уже продаем. Сейчас идет тренинг Халилова, на который люди пришли от нас. Да? И в продажу чего-то, чего сейчас нет. Товаров-заместителей, которые, ну, сейчас, очевидно, у нас книги заменят скачиваемый контент, они же в электронном виде. Но чего-то еще. Трансляция книг в мозг. Не знаю. Но клиенты будут жить с этим магазином. Жить. 16-й совет. Продавайте образ жизни. 18 февраля был марафон в Киеве. Дистанция 42 км, 10 км, детский забег 3. 10 км бежал интернет-магазин «Книга бежал». Бежали два человека, я и Антон. И 14 наших покупателей. Дима Джиджула, маркетинг-директор Сидиевы. Павло Богачи. Юля Павленко, директ, отвечает за НИО АДМ. Знаете, да, такое мероприятие, человек 400 собирается, в один билетик 400 евро. Ну вот, Юра за это отвечает. Кто еще решал? Ну, там, остальных не помню, но как-то Джиджула, который перезвонил после того, как я мероприятие создал в Фейсбуке, через минуту он звонит, говорит, я беру. Человек про бизнес, но тоже мы живем в одном, да, нельзя убиваться одним бизнесом, даже если это там, твое удовольствие, а можно еще побегать, поплакать, там, поплакать. В нишевом это возможно. Такого присоединения в супермаркете Розетка, извините, они были нишевым, а сейчас им нужно просто ту аудиторию, которую они захватили, удержать за собой во всех товарных группах. И у них проблема сейчас с брендингом, да? Коляска в розетку не включается. Или мебель. Бренд такой, твой память называется. Да, нет, нет, на самом деле, вот теперь со словом «розетка» есть две ассоциации, две дырочки в стене и вот эта зеленая хрень, которая улыбается. Ну, потому что это магазин. Они свой бренд настолько создали, что, ну, как бы он в том месте, где про электрические дырочки в стене, он надломился и это прыгало вот дальше.
по всей стране. То есть нишевые, ну, нишевые можно деньгами забороть. Решит, уважаемый Ренат, хочу нишевый, ну не нишевый, тот самый, супермаркет, хочу супермаркет. Давайте пакетинговый бюджет, мы бахнем там 2 ляма в день. Не вопрос. И, ну, и все, и все остальные он будет, и он будет продавать. Ну, то есть все равно нишу оборонять легче, потому что там образ жизни, в котором живут эти люди, и меняющийся образ жизни, 12 лет можно что-то будет прожить, 50 лет можно будет меняться вместе с ними. А в супермаркете, ну, собственно, какие будут ближайшие будущие магазины, все знают, да? Нишевые лакшери. Ну, то есть тот магазин, когда вы придете, и там, ну, я не знаю, вам будут ногти, педикюр, маникюр делать, будут лайки, вы будете что-то покупать. То есть совсем лакшери. Ну, все, отрыв башки. И, не, и дискаунты. И супермаркеты. Вот, во что превращаются супермаркеты? Дискаунты. Вы смотрите, как там окрашены стены. В стенах какого завода этот очередной супермаркет бахнули у вас на окружной? Нет. Вы смотрите на цену удобства подъезда и другое, опять же, ну все, на другое. Поэтому будут дискаунтеры и магазины, в которых, ну, клиента окучивают, ну, с его образом жизни про этот товар. А, красивее так, чтобы было понятно. Шоурумы, ну куда вы приходите, вас носят на ручках, на лакшери, это совсем на лаке. А дискаунтер, шоурум, все, среднего не будет, магазин дома сдохнет, ну там и так далее. Все, вот это про 12 лет. Поэтому мы в нише, в шоу-клубе, у нас шоу-клуб скоро будет. А у меня такой вопрос. Ну, как правило, нишевые товары, они нужны какому-то определенному группу людей, да? Не мы всем полностью. И вот там через 20 лет наступит такой момент, когда вот как бы, да, ниша ограничена, она не может растянуться и там увеличить количество людей, которым нужен ваш товар. Ну я про нас точно, вот, 12 не могу там запланировать, да что будет, но вот, о себе могу сказать, если придумают какой-то электронный гаджет, который мне будет кайфовее читать, чем бумажную книгу, я первый туда уйду. Все. Но при этом я точно знаю, им прямо у себя на страничке в Фейсбуке написали. Тот, кто больше читает книги, всегда будет управлять тем, кто больше смотрит телевизор.